Изначальные зерги недовольны нашим присутствием. Они собираются в отряды, готовясь уничтожить нас. Я чувствую здесь присутствие чужого сознания. Оно спит? Древний. Изначальный зерг, заставший создание сверхразума. Ты хочешь, чтобы я пробудила его, верно? Если ты хочешь получить силу Зеруса, тебе понадобится помощь древнего. Моя королева, рядом собираются враждебные изначальные зерги. Они намерены атаковать нас. Они хотят остановить тебя, не дать поговорить с древним. Что ты будешь делать? То, чего мои враги больше всего боятся. Как всегда. Ты встала на верный путь и больше не нуждаешься в моих указаниях. Мы больше не увидимся. Значит, это и есть древний. Чтобы пробудить это существо, мы должны накормить его. Сколько биомассы? Нужно убить этих иглообразов, а затем направить рабочих к трупам, чтобы они собрали мясо. Закончив добычу биомассы, рабочие отнесут ее к древнему. Обращается к оскверненным зергам. Вы на моей территории. Мы поглотим вашу плоть. Тревога. Большая группа летающих изначальных зергов собирается напасть на улей. Муталиски воссозданы. Готовы к бою. Уничтожат изначальных стражей. Поблизости собирается большая стая изначальных зергов. Они наверняка нападут на нас. Пусть попробуют. Наша первая цель — это стая иглообразов. Вперед! Нам нужно больше минералов. Я слушаю тебя. Нужно больше минералов.
Выкладывай. Нужно больше минералов. Иглообразы обнаружены. Нам нужно торопиться, если мы хотим завладеть этим мясом. Завершено. Нам нужно больше минералов.
чтобы она пробудила древнего. Уничтожить мясо, оно не должно достаться ей. Мы должны остановить их. Нужно перехватывать их атакующие отряды. Рабочий может добыть биомассу иглообраза, но это медленный процесс, и в ходе его рабочий будет уязвим. Нужно защищать его на случай нападения. Тушу иглообраза хотят уничтожить. Тебя никто не спрашивал. У нас мало времени. Наши войска атакованы. Это мой мир. Я иду. Вперед! Покончим с этим. Я сокрушу любые преграды. Улучшение завершено. Говори скорее. Улучшение завершено. Месторождение минералов выработано. Начальные зерги пытаются уничтожить тушу иглообраза. Что теперь? Попробуй справиться со мной. Вперед! Я думала, изначальные зерги будут достойными соперниками. Улучшение завершено. Враг атакует улей. Выкладывай.
У нас мало времени. Я слушаю тебя. Улучшение завершено. Душу иглообраза хотят уничтожить. Усталости. Наши войска атакованы. Месторождение. Улучшение завершено. Душу иглообраза хотят уничтожить. Рой не знает усталости. Наши войска атакованы. Thank you.
Весперновый гейзер иссяк. Месторождение минералов выработано. У нас мало времени. Изначальные зерги пытаются уничтожить тушу иглообраза. Рой жаждет крови.
Месторождение минералов выработано. Месторождение минералов выработано. Мы можем строить только на слизи. Месторождение минералов. Опухоль атакована. Месторождение минералов выработано. У нашего войска атакованы. Наши войска атакованы. Выкладывай. Говори скорее. Это мой мир. Нужно больше, Веспена. Thank you.
атакованы. Зерги Бракка пытаются уничтожить тушу иглообраза. Нам нужно больше, Веспена. Месторождение минерала. Невыполнимая команда. Используется максимальное количество припасов. Месторождение минералов выработано. Покончим с этим. Это мой мир. Рой не знает усталости. Я чувствую поблизости какой-то объект. Он слишком мал для изначальных зергов. Омуты эссенции изначальных зергов. Сильный генетический код. Подобраться ближе, впитать эссенцию, улучшить способности. Я становлюсь сильнее. Должно быть, Зератул говорил именно об этом. Граде. Я иду. Рой не знает усталости. Покончим с этим. Это мой мир. Вперед! У нас мало времени. Это мой мир. Покончим с этим. Изначальный организм функционирует подобно улью, порождает зергов. Рекомендуется аннигиляция. Покончим с этим. Я сокрушу любые преграды. Я иду. Покончим с этим. У нас мало времени. Это мой мир. Рой не знает усталости. Мало времени. Наши войска атакованы.
Рой не знает усталости. Покончим с этим. У нас мало времени. Вперед! Это мой мир. Я сокрушу любые преграды. Это мой мир. Я иду. Покончим с этим. Рой не знает усталости. Я сокрушу любые преграды. Вперед! У нас мало времени. Нашего суперного есть. Это рождение минералов выработано. Покончим с этим. Я иду. Наши войска атакованы. Я сокрушу любые преграды. У нас мало времени. Рой не знает усталости. Вперед! Это мой мир. Я иду. Я сокрушу любые преграды. Покончим с этим. Это мой мир. Рой не знает усталости. Вперед! У нас мало времени. В этой эссенции столько жизненной силы. Мне нравится. Я иду. Я сокрушу любые преграды. Рой не знает усталости. Вперед! Покончим с этим. Это мой мир. У нас... Это мой мир. Вперед! Я иду. Я сокрушу любые преграды. Я иду. Покончим с этим. У нас мало времени. Зерги Бравка пытаются уничтожить тушу иглообраза. Наши войска атакованы. Покончим с этим. Наши войска атакованы. Нам нужно как можно скорее получить биомассу.
Опасно заниматься одновременно более чем одной тушей. Изначальные зерги будут атаковать нас. Ты наглеешь! Скоро тебе конец! Тебя никто не спрашивал. Я иду. Приближаются изначальные зерги. Надо защитить рабочего. Добыча завершена. Биомасса направлена древнему. Твое высокомерие невозможно! Зерус поглотит тебя! Зерги Бракка пытаются уничтожить тушу иглообраза. Наши войска атакованы! Тебя никто не спрашивал. Да. Наши войска атакованы. Мы собрали половину от необходимого для пробуждения древнего объема биомассы.